Это панно, выполнено оно из дерева липа. Подойдя к нему близко, можно еще услышать запах совершенно нового экспоната. Космическое панно с Юрием Гагариным и Константином Циолковским – одна из свежих работ художника из «Прогресса». Ее Павел Егоров передал музею специально для выставки ко дню космонавтики. Еще одна гордость экспозиции – фуражка героя Советского Союза, летчика-космонавта Алексея Леонова. Будучи с визитом в Углегорск в 1993 году, он передал нашему губернатору Поливанову фуражку, свою фуражку с подписью на обороте космонавтов. В тот же момент еще одним космонавтом Кизимом Поливанову был передан конверт, необычный конверт. Необычен не сам конверт, с виду он такой же, как и полсотни его собратьев, представленных на выставке. На нем есть марка, гашенная в космосе на станции «Мир». А этот оранжевый лоскуток – фрагмент парашюта, с помощью которого космический корабль «Союз Аполлон» приземлился в 1975 году в Казахстане. В витринах экспозиции есть упоминание и о первом полете человека в космос, совершенном в 1961 году. Восьмиклассник Витя Моряковский из Владивостока настолько вдохновился первым полетом человека в космос, что спустя 3 дня после этого события написал песню «Мечта сбылась». Рукописный текст и ноты к нему тоже можно увидеть на выставке. Впрочем, не все предметы экспозиции из прошлого. Современность тоже показали. К примеру, пломбу. Ей был опечатан вагон с первой ракетой «Союз», которую перевозили на космодром «Восточный». Посетить выставку можно до 17 апреля. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город».